Торжественная церемония награждения состоялась в Белом зале ТюмГУМ. В этом году в списке лучших оказались 20 выпускников. Среди отличившихся те, кто за годы учебы достиг успеха в самых различных областях – интеллектуальной, научной, профессиональной, культурной, общественной, творческой или спортивной. Наверняка таких высоких результатов ребята не смогли бы достичь без поддержки родителей, которые в этот день по праву разделили минуту славы со своими детьми. Труд родителя сложно оценить. Вы знаете, у нас бытует такое мнение, вполне справедливое. Хорошо учить подготовленных и умных детей. Хорошо учить тех, в кого вложена частица души, кто имеет хорошую базу, хороший фундамент, общекультурный. Тот и приобретает профессиональные знания быстро, с интересом и увлеченно. Дорогие родители, вы по праву можете гордиться своими детьми, и сегодня я уже с уверенностью могу сказать, что ваши сыновья, дочери, они встали, если так можно образно выразиться, на крыло, и я думаю, что они будут прославлять ваши фамилии, вашу семью, ваш род, и, безусловно, не будут забывать альма-матер. Сами ребята с благодарностью отзываются и о своих педагогах-наставниках. Для меня это в первую очередь счастье и большая честь находиться сегодня здесь. Но я хочу отметить, что это заслуга не только моя, но и всех тех людей, которые поддерживали меня все эти 4 года обучения. Это мои любимые преподаватели финансово-экономического института, моя любимая кафедра учет, анализа, аудита, мой научный руководитель, которая всегда была со мной и поддерживала любое мое решение. Это поддержка друзей и родственников, безусловно. Сегодня здесь мама, я очень рада, что она разделит со мной этот праздник. 10 студентов были удостоены почетного звания «Лучший выпускник», а также денежной премии. 5 лет усердной учебы достаточно нелегко, конечно, удалось, но теперь все позади. На самом деле я не задумывался никогда над этим вопросом, что вот когда-то смогу оказаться лучшим выпускником. Просто учился, мне это нравилось, так скажем, участвовал в различных олимпиадах, конкурсах, и вот так вот получилось, что меня просто вот выбрали. Еще 10 достойных в качестве награды получили европейское приложение к диплому. И теперь для них открыты двери ведущих зарубежных университетов и исследовательских центров. Стипендиат губернатора Тюменской области, обладатель почетного звания «Ты – гордость университета». Примечательно, что почти все выпускники Тюменского государственного университета хотят продолжить свое дальнейшее обучение в Альма-Матер. Я планирую поступать в магистратуру направления экономика. Ну и в дальнейшем, поскольку я занимаюсь наукой, я хочу продолжить обучение и в дальнейшем и поступить в аспирантуру Тюменского государственного университета. Сегодня буквально только защитил вот магистерскую диссертацию, как раз и вот рекомендуют в аспирантуру. Да, думаю, буду поступать, пробовать. Так что университет не прощается со своими лучшими выпускниками. Впереди еще немало совместных побед и достижений. Ольга Белоусова, Николай Салдаев, Еврозион ТВ.